юных велосипедистов Москаленского района сегодня настоящий праздник. 18 комплектов соревновательной формы на сумму 95 тысяч рублей прямо из Италии. Таким приобретением мало какая команда России похвастаться может. Ну что, приступаем к процедуре вручения. Получив новую форму, ребята на время оставили своих железных коней. И уже через 5 минут перед нами заметно преобразившаяся команда. Долгожданная экипировка появилась у воспитанников Москаленского отделения Омского областного велоцентра вот почему. 4 месяца назад социальный проект «Мы за здоровое будущее», подготовленный москаленцами, был признан лучшим на областном конкурсе и получил губернаторскую субсидию. На эти средства фирменную велосипедную форму для юных спортсменов заказали в Италии, в компании, которая одевает ведущие профессиональные команды Европы. Ощущаем приличную поддержку и внимание к спорту и правительства Омской области, и губернатора. То есть вы сами видите, да, какая красивая форма, какие праздники спортивные и массовые проходят. Велоспорт в Москаленках – один из самых любимых и популярных видов. Здесь функционирует отделение областного велоцентра. Воспитанники Бориса Нечепуренко – неоднократные чемпионы областных королев спорта, призеры чемпионатов России. Первая тренировка в новой форме. Ярким пелотоном юные велосипедисты проехались по улицам райцентра, протестировали экипировку. Конечно, главное, сам спортсмен, но и форма. Если она, конечно, новая, красивая, такая цветная, то она, конечно, подбадривает спортсмена на новые достижения и победы. Мы будем представлять на эту форму на соревнованиях. Это как соревновательная форма, чтобы мы как были как титулованные спортсмены москаленские, что мы способны на более высокие результаты. Уже спустя несколько дней свои слова ребята подтвердили действиями, а точнее сказать, достойным выступлением на соревнованиях. На старт 3-го этапа традиционных областных состязаний «Золотая осень» вышли с боевым настроем и финишировали в числе призеров.